каждой проектной организации в поиске, всегда было в поиске, выборы оборудования и материалов, которые позволяют выполнить заложенное заказчиком или эксплуатирующей организацией, выполнить те задания проектные, которые закладываются вот выше указанными представителями. И поэтому сказать, что мы начали как-то этим заниматься вот только с создавшихся сложностей, я не могу. Мы этим занимались всегда. Единственное, что в лихие 90-е годы, как мы называем их, получился такой вакуум, значит, в производстве отечественной продукции, оборудования, материалов, где мы с заказчиками и с эксплуатирующими организациями как-то оказались, будем говорить, в таком вакууме. И вынуждены были очень много времени тратить, которое отпущено было на проектирование объекта, на вот этот поиск этого оборудования. Отсутствовали каталоги, начали постепенно отменяться, значит, правила, например, правила устройства безопасной эксплуатации трубопроводов пары и горячей воды. Вот, и начали как-то, значит, наши документы СНИПы тоже давать вольные трактовки необязательного характера для исполнения. Поэтому приходилось очень непросто в этой ситуации, значит, выполнить проект, который бы отвечал всем требованиям. И вот настал день, когда мы с удовольствием, значит, поняли, что со стороны органов власти в лице наших комитетов, это не только комитет энергетики, электрификации, но это и комитет развития транспортной структуры, и строительный комитет, значит, занялись вопросом, вот, который сегодня на конференции мы обсуждаем. То есть попытка систематизировать, создать каталоги на материалы оборудования отечественных производителей. Это, конечно, облегчает сам процесс проектирования. Вот. И, конечно, ряд трудностей эта работа позволит избежать. Я сегодня с удовлетворением, как говорится, услышал, что на федеральном уровне вот работают тоже представители, которые сегодня сообщили о разработке, значит, стандартов с ЕННН. Вот. Мы как проектная организация готовы, как говорится, подключиться, если в этом усмотрят необходимость представителей вот этих структур. Вот. Потому что, к сожалению, есть трудности, которые как бы не складываются в диалоге с заводами-изготовителями. Первое, что завод-изготовитель или организация, поставляющая оборудование, задает вопрос: а вы у нас покупаете это оборудование? Тогда мы вам дадим информацию о нашем оборудовании. Вот. Или вы заложите, тогда мы вам пришлем, значит, каталоги, прайс-листы. Вот такой разговор, конечно, очень тяжело происходит, и многие мы сталкивались с многими заводами, которые просто отказывались представлять вот эту информацию. Вот. Многие заводы не давали данных по, например, по
габаритам оборудования, вот, по нагрузкам на фундамент, которые, значит, необходимо учесть при проектировании и строительстве этого оборудования. Многие не давали графиков, значит, характеристик, технических характеристик этого оборудования. Поэтому, если мы сможем вот создать единый каталог или федерального уровня, это, конечно, во-первых, вернет к нас к забытой, забытой системе, которая была в Советском Союзе, да? Вот, там не было вопросов, там были каталоги, и проектировщик открывал каталог, забивал оборудование, материалы, и ни один, значит, эксперт уже не мог опротестовать. А сегодня мы до сих пор боремся и вместе с заказчиком, и эксплуатирующей организацией, боремся еще и с экспертизой, которая, ну, просто иногда сомнение, иногда такое мнение складывается, что, ну, просто люди запятые ищут, чтобы вот затянуть процесс проектирования, процесс строительства объекта. Ну, например, спрашивают, а вы докажите, что вы правильно выбрали это оборудование, а вы представьте расчеты там, гидравлические. А почему вы выбрали вот с такой стоимостью? Есть вот на 2 рубля дешевле, извините, так образно говоря. И вот это идет изо дня в день, вот это матырство, вот, которое, конечно, очень осложняет работу. И, конечно, этого можно было бы избежать при наличии вот единой такой системы, интегрированные по оборудованию, по материалам федерального уровня. Вот. Это, как говорится, удалось бы этого всего избежать, и качество проектов от этого бы улучшилось, и сроки бы не срывались, и строительство бы успешно завершалось. Но мы, как проектная организация, конечно, вынуждены были несвойственной работой какой-то отдавать часть времени вместо, значит, как говорится, работы над проектными решениями. Но жизнь, необходимость нас заставляла это делать. Поэтому мы выезжали на заводы, изготовители. Вот. Образцом вот последнее время мы были на заводе полимерных труб, значит, где знакомились с производством полимерных труб, многослойных труб для водоснабжения и газоснабжения. Этот, отрадно, что этот завод пустил линию, запустил в Петербурге, тем самым составив конкуренцию московскому заводу. Вот. Значит, поэтому приходится нам посещать и заводы, и знакомиться, вот, я говорю, с изготовителями. Очень хорошее производство организовано, просто отрадно. Вот мне, как петербуржцу, просто было, на душе было достаточно отрадно увидеть, что все-таки в этих непростых условиях люди создают, именно создают то, что нам надо, то, что нужно нашему городу для обеспечения комфортных условий проживания, значит, наших жителей. Вот. Значит, также мы знакомились с организациями, производящими, например, насосы Лавара, значит, трубопроводные арматуры Броен и многими другими, вот, производителями,
для того, чтобы уже иметь и с заказчиком, и организацией эксплуатирующими достаточно компетентные обсуждения продукции, которые нам необходимо заложить в проектные решения. Но на сегодняшний день я хочу сказать, что есть трудности у нас в этом поиске. Не все все-таки еще, не вся линейка оборудования, например, имеет место изготовления в Питере или даже в России. Так, например, вот очень необходимые устройства и материалы расходные, например, для Петербурггаза. Это, значит, технология врезки газопроводов, действующих газопроводов, без снижения давления и отключения потребителей. Вот на сегодняшний день мы как бы еще только закладываем технологию зарубежную. Хотелось бы, чтобы появилась все-таки в нашей стране, осваивающей активно космос, вот, появились и собственные такие установки. Ряд насосов отсутствует для, например, установок очистки сточных вод. Значит, надо отметить еще то, что вот трубопроводные, изготовители трубопроводной продукции сейчас тоже оказались в каком-то положении таком, в связи с отменой или лояльным отношением, будем так говорить, к правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пары и горячей воды. Значит, они не готовы еще оформить документы в полном соответствии с требованием, значит, технического регламента таможенного союза. Поэтому вот здесь раньше при существовании этих правил там было очень легко. Там открываешь таблицу, видишь марки стали, которые, для, например, для тепловых сетей указаны. Указаны необходимые испытания, нормативы этих испытаний и условия, как говорится, и условия, те условия, которые должны быть учтены при проектировании и строительстве этих трубопроводов. Все легко и просто было. Сейчас еще вот эти вопросы не решены, потому что расходятся, как говорится, в показателях необходимых, которые должны быть указаны заводом и изготовителем. Вот. И поэтому вот здесь сегодня с этими изготовителями, конечно, необходимо работать, чтобы все-таки мы с ними, с одной стороны, они готовят все документы по требованиям вот, технического регламента таможенного союза, вот, который, по нашему мнению, ну, более упрощенный или более общего характера такого имеет, недостаточный для условий проектирования.